Невский проспект. В целом мире нет улицы с такой великой историей. Ни одна не знала таких грандиозных всемирных событий. Вспоминаем 1905 год. Невский проспект. Февральские дни 17-го. Невский проспект. И снова, когда говорим Великий Октябрь. Невский проспект. Проспект трех революций. Я помню Невский проспект с тех пор, как помню себя. Я родился на Знаменской улице, которая начинается от Невского у вокзала. Я учился читать по вывескам Невского. Знаменскую улицу наименовали потом улицей Восстания, а площадь перед вокзалом названа площадь Восстания. Именно тут, в 17-м году, в феврале, петроградский пролетариат начал ту борьбу, которая привела к победе в октябре. Мне было тогда 9 лет. Тем не менее, я живо помню те дни. Помню даже и то, чего не мог видеть. То, что рассказывали старшие. Потом помню то, о чем прочел в книгах. Все слилось, и все живо в памяти и в душе. Это чувство сопричастности к великой эпохе. И все возрастающая с годами любовь к Ленинграду, к его красоте, величию и истории. Как славил Пушкин это творение Петра. И он же о Петербурге сказал: город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид. Сказал потому, что в те времена, кроме Петербурга великой красоты и великой культуры, был Петербург жестоких контрастов. И когда великосветская знать разъезжалась под утро после блестящих балов-маскарадов, на Казанском мосту уже собирался крепостной люд, посланный на оброк господами в столицу. И тут можно было не только нанять человека, но и купить человека. Сильно подчеркивал эти контрасты Некрасов. Столица наша чудная, богата через край. Житье в ней нищим трудное, миллионерам рай. С каждым годом 19-го столетия все более резкими становились эти контрасты, все более частыми выражения протеста. Обратимся к истории. 1861 год. Начались студенческие волнения. Власти закрыли университет. Студенты ответили на это демонстрацией и вышли на Невский. В районе Владимирского проспекта к ним присоединился Николай Гаврилович Чернышевский. 1876 год. На Невском, перед Казанским собором, состоялась первая рабочая демонстрация, которой руководил Плеханов. Поднявшись на паперть собора, он произнес гневное слово о самодержавии. Вспыхнули аплодисменты, взвелось красное полотнище белыми буквами «Земля и воля». В 1901 году на Невский вышли около 3000 рабочих и студентов. К ним присоединились тысячи тех, кто шел в это время по Невскому. С этой демонстрацией шел Максим Горький. У Казанского собора из дворов окружающих зданий выехали конные казаки. Топтали людей лошадьми, били нагайками, били до потери сознания. Били до смерти. 43 литератора подписали тогда протест против этого кровавого избиения. В числе первых стояла подпись Максима Горького. В том году Горький часто бывал на Невском в доме 90-92, где помещалась контора издательства «Знания». «Знание» выпускало популярную литературу. Войдя в число его пайщиков и став его идейным руководителем,
Горький начал выпускать сборники знаний, в которых печатал произведения писателей-реалистов. Серафимовича, Бунина, Куприна, Вересаева, Телешева, Скитальца. За 10 лет вышло около 40 таких сборников. Их очень высоко ценил Ленин. 9 января 1905 года с разных концов столицы пошли к Зимнему дворцу рабочие. Десятки тысяч с женами и даже с детьми, с портретами царя и царицы. Шли, чтобы подать царю прошение, улучшить невыносимо трудные условия жизни. Правительство Николая II приготовилось к встрече. На Дворцовую площадь были стянуты пехотные и кавалерийские части. Когда толпа заполнила площадь, грянули залпы, последовала кавалерийская атака. Из-под арки главного штаба на Большую Морскую вышли две роты Семеновского полка и, оттеснив толпу на проспект, дали 6 залпов вдоль Невского. На полицейском мосту расстреливали в упор. Подбирая убитых и раненых, народ отступал все дальше. У Казанского собора, обороняясь, рабочие поставили поперек Невского скамейки, построили первую баррикаду. Горький видел эту расправу и описал ее в очерке 9 января и в своей гениальной эпопее «Жизнь Клима Самгина». Ленин писал по этому поводу. В сознании массы будет тот вывод, что на войне надо действовать по-военному. Призыв к оружию, раздавшийся в одной толпе рабочих на Невском 9 января, не может теперь пройти бесследно. Этот день стал началом революции 1905-1907 годов. В течение всего года проходили забастовки, рабочие митинги. В октябре царское правительство объявило, что оно идет на уступки и обнародовало манифест, но уже на другой день стреляло в народ. События нарастали. Началась всеобщая стачка. 13 октября возник Петербургский совет рабочих депутатов. 8 ноября из эмиграции в Петербург возвратился Владимир Ильич Ленин. В этом доме, вы его узнаете? Тут жил Белинский. А в 1905 году размещалась редакция большевистской газеты «Новая жизнь», которую с 9 номера стал редактировать Владимир Ильич Ленин. Попробуем восстановить эти великие дни. Итак, Ленин вернулся в Петербург 8 ноября. В тот же день посетил могилу жертв 9 января на Преображенском кладбище. В тот же день встретил с нужными товарищами для обсуждения первоочередных дел. В тот же день выступил на заседании Петербургского комитета РСДРП. 9 ноября. Ленин руководит расширенным заседанием большевистской части редакции газеты «Новая жизнь». Определил состав редакции, выработана программа газеты. В тот же день Владимир Ильич участвует в заседании ЦК РСДРП, где принимается обращение ко всем партийным организациям и ко всем рабочим социал-демократам о созыве 4-го съезда партии. В тот же день выходит 9-й номер газеты «Новая жизнь», в котором публикуется начало ленинской статьи о реорганизации партии, первой статьи, написанной по возвращению в Россию. Это только 2 дня из жизни Ленина в Петербурге, только 2 дня из истории партии, 8 и 9 ноября 1905 года. Непостижимо по интенсивности, мощности, человечности поездка на кладбище. Здесь же на Невском 68, в редакции «Новой жизни», тогда же, в ноябре 1905 года, произошла великая встреча. Познакомились Ленин и Горький. Друг Горького, Марья Федоровна Андреева, вспоминала, как Ленин вышел из задних комнат и быстро подошел к Алексею Максимовичу. Они долго жали друг другу руки, Ленин радостно смеялся, а Горький, сильно смущаясь, басистым голосом все повторял подряд: «Ага, так вот вы какой, вот вы какой». Здесь проходили заседания Центрального и Петербургского комитетов партии. Проходили
проходили партийные собрания. Были явки. Но в середине ноября заседания редакции по конспиративным соображениям были перенесены в другое место. А в доме 68 на Невском остались официальная редакция и контора. Иногда в конспиративных целях заседания редакции происходили на противоположной стороне Невского, в отдельном кабинете известного ресторана «Палкина», где ныне кинотеатр «Титан». В ту пору по Невскому ходила конка, вагон, который тащили по рельсам две лошади, а пассажиры размещались не только внутри вагона, но и на крыше. И множество извозчиков разъезжало, которых можно было нанять за 2 гривенные, за 4 гривен. Фасады домов были залеплены вывесками. Угол Невского и Большой Конюшенной. Слева дом Косяковского, где ныне кино «Баррикада». В центре позирует полицейский, городовой. Это напротив Думы. Возле гостиного. Аничков дворец, снятый от Елисеева. В 1907 году по Невскому пустили трамвай. Панорама от Думы. Справа гостиный двор. И публичная библиотека за ним. Обратная точка. Справа пассаж. Один из первых автомобилей. Толпы гуляющих и типичная пробка тех лет. Свидетелем многих событий был Невский. Он помнит пролетарские демонстрации в память ленских событий, помнит красные знамена и революционные песни, и лозунги большевистской партии, и начало Первой мировой войны, красный флаг Марсельезу, крики «Долой войну!». Помнит ура патриотические восторги буржуазии. Петроградское небо мутилось дождем, на войну уходил эшелон. Без конца взвод за взводом и штык за штыком наполнял за вагоном вагон. В этом поезде 1000 жизней цвели, боль разлуки, тревоги любви, сила, юность, надежда. В закатной дали были дымные тучи в крови. Это стихотворение Блок прочел на Большом литературном вечере в начале 1915 года в здании городской думы. А солдаты все шли и шли по Невскому, к Николаевскому вокзалу. 1917 февраль. Долой царя! Долой войну! Да здравствует республика! Под лозунгами большевиков на Невский вышел пролетариат. Мира, хлеба, свободы, вся власть советом. Партия призывает к вооруженной борьбе. Самодержавие свергнуто. Образован Петроградский совет рабочих депутатов. При помощи меньшевиков образовано и буржуазное временное правительство. Похороны жертв революции. 3 апреля. В Россию возвращается Ленин, выдвигающий новый лозунг «Да здравствует социалистическая революция!». Невский, дом 3. Тут 13 апреля 1917 года проходило собрание работников военной организации при Петроградском комитете и членов ЦК большевиков. Ленин выступил с речью о содержании и методах агитации среди солдат. 4 июля. 500 000 рабочих, солдат, матросов выходит на Невский. Долой 10 министров-капиталистов! Вся власть советом! Временное правительство расстреливает демонстрантов. 24 октября 1917 года. Ленин обращается к членам ЦК с письмом. Яснее ясного, что теперь уже поистине промедление в восстании смерти подобно.
25 октября. Ленин из Смольного руководит восстанием. Зимний дворец и площадь окружены революционными войсками. На Невском, у полицейского моста, подразделение Красной гвардии. У Казанского и у Строгановского дворца орудия. Под аркой главного штаба Иномарской полубатареи трехдюймовых орудий и броневики. Раздается сигнальный выстрел с Петропавловской крепости. Начинает «Аврора». Из подарки главного штаба по-зимнему пущен снаряд. Ружейно-пулеметная перестрелка и штурм! Непосредственно руководивший штурмом Подвойский писал: это был героический момент революции, прекрасный и незабываемый. Когда смолкли дикие завывания и грохот трехдюймовок и шестидюймовок с Петропавловской крепости, в воздухе, заглушая сухую непрерывную дробь пулеметов и винтовок, стояло сплошное победное «Ура!». И слова Луначарского: никогда ни у одного из участников этой ночи не изгладится в памяти ее общее настроение. Сверхчеловечески интенсивное, все какое-то пламенеющее коллективным сознанием огромной мировой важности протекающих минут. Ночью в 3:00 Подвойский приехал в Смольный, зашел к Владимиру Ильичу и пишет: какая это была великая встреча! Среди тех, кто без колебаний принял советскую власть, был гениальный поэт Александр Александрович Блок. Это бывшая городская дума на Невском, связанная для нас с именем Блока. Когда-то ее прославил поэт-декабрист Федор Глинка. Не слышно шуму городского, за Невской башней тишина, и на штыке у часового горит двурогая луна. Эти стихи стали народной песней и вернулись в поэзию, вошли в поэму Блока 12. Не слышно шуму городского, над Невской башней тишина, и больше нет городового, гуляй, ребята, без вина. Стоит буржуй на перекрестке и в воротник упрятал нос, а рядом жмется шерстью жесткой поджавший хвост паршивый пес. Стоит буржуй, как пес голодный, стоит безмолвный, как вопрос, а старый мир, как пес безродный, стоит за ним, поджавший хвост. В эти дни Блок писал: мы, русские, переживаем эпоху, имеющую немного равных себе по величию. И еще: мир и братство народов – вот знак, под которым проходит русская революция. И по-прежнему Невский остается главной коммуникацией Петрограда и революции. 2 декабря 1917 года Ленин выступает здесь на 2-м Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов. В 1918 году в этом здании размещается комиссариат городского хозяйства Петрокоммуны, который возглавляет Михаил Иванович Калинин. Идут первомайские демонстрации. Первая годовщина Великого Октября. И каждый праздник соединяется тут с сознанием того, что новый мир начался отсюда, от Смольного, от Дворцовой площади и от Невского. Гремят сражения гражданской войны. Петроград голодает и мерзнет, отбивает наступление Юденича. И вместе с тем неудержимо растет потребность в культуре и возникают новые формы жизни. В 1919 году дом, где когда-то жил Грибоедов, дом купца Косяковского, потом купца Елисеева,
стал средоточием литературных сил Петрограда. Это своеобразный клуб, где можно послушать стихи и почитать самому, поспорить на литературные темы. Это и общежитие. Молчаливый, мрачный Грин пишет здесь свои алые паруса. Тут живут старый поэт Федор Сологуб и молодой блистательный теоретик литературы Виктор Шкловский. И Мариэтта Сергеевна Шагинян, Ольга Дмитриевна Форш, старый эстет Аким Волынский, Осип Мандельштам, пришедший с войны молодой Михаил Слонимский и красноармеец-кавалерист Николай Тихонов. По субботам в конце коридора в комнате Михаила Слонимского собираются Федин, Тихонов, Всеволод Иванов, Зощенко, Николай Никитин, Каверин. Они составили литературную группу «Серапионовы братья». За творчеством этих разных, очень непохожих друг на друга писателей внимательно и серьезно наблюдает Алексей Максимович Горький. Это он стоял во главе этого огромного корабля. Однажды в нетопленном белом зале он прочел свои замечательные воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Знаменитый юрист Анатолий Федорович Кони рассказывал здесь о встречах с Тургеневым, с Достоевским. Читал свои стихи Александр Блок. Всеволод Иванов заявил о себе своими замечательными партизанскими рассказами. Константин Федин главами из романа «Города и годы». Николай Тихонов в Доме искусств написал целую книгу стихов «Орда» о революции, о тех, кто отдал за нее жизнь. Мы разучились нищим подавать, дышать над морем высотой соленой, встречать зарю и в лавках покупать за медный мусор золото лимонов. Случайно к нам заходят корабли, и рельсы груз проносят по привычке. Пересчитай людей моей земли, и сколько мертвых встанет в перекличке. Но всем торжественно пренебрежем. Нож сломанный в работе не годится, но этим черным сломанным ножом разрезаны бессмертные страницы. В сентябре 1920 года Дом искусств принимал у себя в гостях знаменитого английского писателя Герберта Уэллса. 4 декабря 2020 года произошла первая встреча Дома искусств с Владимиром Маяковским. Зал был набит до невозможного. Пришли литераторы всех вкусов, всех направлений, всех поколений. Пришла Академия наук, пришел Эрмитаж. Для первого знакомства Маяковский выбрал поэму «150 миллионов», в ту пору еще не напечатанную. «Кто спросит луну? Кто солнце к ответу притянет? Чего ночи и дни чините? Кто назовет земли гениального автора?» Так и этой моей поэмы никто не сочинитель. И идея одна у нее – сиять в настоящее завтра. В Доме искусства была литературная студия, которой руководил Корней Иванович Чуковский. Опытные писатели занимались с молодыми и сами учились у них. Здесь устраивались выставки художников, таких как Александр Бенуа, Кустодиев, Добужинский, Петров Водкин. Удивляешься с богатырским силам и колоссальному размаху работ Алексея Максимовича Горького. Он стоял во главе Дома искусств. Он создал Дом ученых и драматический театр, носящий теперь его имя. Этого мало. Он основал всемирную литературу, издательство, в котором задумал напечатать решительно все, что создали лучшие писатели всех народов Земли. Это издательство было основано в 1918 году и помещалось оно вот в этом доме на Невском. Это потом оно уже переехало на Маховую улицу. Трудно постигнуть масштабы этой работы. Предстояло перевести и выпустить в свет сотни книг. Английских, французских, немецких, испанских, арабских, турецких, индийских. В этом деле Горькому помогали и Блок, и Чуковский, и академики Ольденбург, Крачковский, Владимирцев.
Это была гигантская работа по строительству новой социалистической культуры. Условия были трудные, но дело разворачивалось могуче и планомерно. 30 марта 1919 года в помещении Всемирной литературы было отмечено 50-летие со дня рождения Алексея Максимовича Горького. Короткую речь произнес Александр Александрович Блок. Он сказал: «Судьба возложила на Максима Горького, как на величайшего художника наших дней, великое бремя. Она поставила его посредником между народом и интеллигенцией». На уровне третьего и четвертого этажей этого дома выступы, так называемые фонари, откуда виден весь Невский. В фонаре третьего этажа был кабинет Горького. Вот в самые первые дни после победы Октябрьской революции напечатанное воззвание Совета рабочих и солдатских депутатов. Граждане, старые хозяева ушли. После них осталось огромное наследство. Теперь оно принадлежит всему народу. Граждане, берегите это наследство. Берегите картины, статуи, здания. Это воплощение духовной силы вашей и предков ваших. Искусство – это то прекрасное, что талантливые люди умели создать даже под гнетом деспотизма, и что свидетельствует о красоте, о силе человеческой души. Граждане, не трогайте ни одного камня. Охраняйте памятники, здания, старые вещи, документы. Все это ваша история, ваша гордость. Помните, все это почва, на которой вырастает ваше новое народное искусство. Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов. Вот он, воплощение духовной силы народа, Великий Невский проспект, где сохранены даже памятники царям, если они являются собой создание искусства. Как изменился Невский, когда с него сняли вывески и рекламы промышленных фирм, банкирских контор, торговых домов. Улицам, примыкающим к Невскому, присвоены имена тех, кем гордится наша история, наша культура. Имена Гоголя, Герцена, Маяковского, Рубинштейна, Плеханова, народовольцев Желябовой и Перовской. Екатерининский канал назван именем Грибоедова. Площадь перед театром носит имя драматурга Островского. Самому театру присвоено имя Пушкина. Имя Салтыкова-Щедрина получила публичная библиотека. Малому залу Ленинградской филармонии дано имя Михаила Ивановича Глинки. В Казанском соборе открыт музей истории религии и атеизма. Коллекции Строганова поступили в Государственный Эрмитаж. Аничков дворец стал дворцом пионеров, где работают художественные кружки, и дети рисуют образ своего любимого великого города. В этом доме находилось представительство американской фирмы швейных машинок Зингера. Как сказал Николай Заболоцкий: «И как бы яростью объятый, через туман, тоску, бензин, над башней рвался шар крылатый и имя Зингер возносил. Шар остался, имя Зингер исчезло. Но высоко вознеслось имя советской литературы. Тут, в этом доме, ее исток и начало. С 1918 года здесь помещается целый концерн редакций. Отсюда пошли первые издания для народа. Здесь возникла советская текстология. Очищались от искажений царской цензуры сочинения классиков. Долго и благодарно будут вспоминаться ученые имена: Томашевский, Холобаев, Эхенбаум. На седьмом этаже дома книги редакция библиотеки поэта. Эта серия тоже задумана Горьким. Тут вся поэзия русская, от народных былин и плачей до Исаковского и Твардовского. Тут великие поэты братских народов. Это сотни томов, строго научных и в то же время доступных любому читателю.
Библиотека поэта принадлежит к высочайшим достижениям литературной науки. Такого издания нет нигде в мире. В доме под шаром размещаются редакции и современной литературы. Как вспомнишь коридоры дома книги, воображение являются те, кто в Ленинграде пишет или писал. Величественно, медлительно плывет Ольга Дмитриевна Форш, благожелательная, полная юмора, мудрая. Импозантный Константин Александрович Федин, широко открыв свои без того огромные светлые глаза, что-то со смехом рассказывает Михаилу Михайловичу Зощенко, который никогда не смеется. Смеются его читатели. Шишков Вячеслав Яковлевич разговаривает с Соколовым Микитовым. Чудные люди, писатели прекрасные. С мрачным умным лицом прошел Юрий Герман. И вечно улыбающийся, влюбленный в литературу, Виссарион Саянов. Шефнер прошел. Образуя вокруг себя поле магнитного притяжения, из кабинета главного редактора выходит Алексей Николаевич Толстой. Высокий, дородный, видный собою. Моргает сосредоточенно, выискивает глазами, кого можно было бы затащить к себе пообедать. Он подписал договор на собрание сочинений. Рассказывает. У нас вчера в детском селе был Анатолий Васильевич Луначарский, умнейший человек и потрясающий знаток искусства. Он в одну минуту определил картину, которая висит у нас в столовой. Оказывается, нидерландский мастер середины 17-го столетия. Проходят годы. Приходят новые поколения. Я раскрываю объятия навстречу Михаилу Дудину, жму руку Даниилу Гранину. Это уже нынешний Невский. На пятом этаже находился детский отдел издательства. О нем надо сказать особо. Детской литературы до революции не было. Были народные сказки, были произведения писателей-классиков, доступные детскому пониманию. Но в основном это были книжонки слащавого содержания, ничтожные, не имеющие никакого отношения к настоящей литературе. В 20-х годах, в начале 30-х годов, здесь, в Доме книги, закладывались основы советской детской литературы. Здесь с маленькими читателями стали говорить всерьез, стали говорить уважительно, рассчитывая на его ум и способности. Воспитывали из маленького человека советского гражданина. На весь мир прославились имена детских писателей старшего поколения. Чуковского, Маршака, Житкова, Пантелеева, Бьянки, Хармса, Введенского, Чарушина, Ильина. Сколько увлеченности, сколько энергии было вложено в это дело. Сколько трудов и времени отдал этому настойчивый, нетерпеливый Самуил Яковлевич Маршак, который от утра до вечера и от вечера до утра, бывало, редактировал чужие рукописи. Его подлинным помощником, его сотоварищем и единомышленником в этой борьбе за детскую книгу прекрасную, был замечательный художник Владимир Васильевич Лебедев, который руководил художественной стороной этих изданий. Бездна вкуса была проявлена в этом смысле. Лучшие графики Ленинграда участвовали в создании детских книг. Тырса, Коношевич, Курдов, Васнецов, Пахомов, сам Владимир Васильевич Лебедев. На том же этаже через площадку была редакция «Ежа и Чижа». И то самое окно, стоя возле которого я поклялся Шварцу, что расскажу про Невский проспект. Сколько было сделано за сравнительно короткое время, 20-е и 30-е годы. Какой огромный путь прошла тогда наша культура. Сообщение о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Каждый понимает важность этого часа для судьбы всей страны, но никто не представляет себе в эту минуту, что предстоит пережить Ленинграду и Невскому. Ни один город мира никогда не испытал таких бедствий, какие в годы войны переносил Ленинград. Удушаемые кольцом фашистской блокады, умирая от голода, без тепла, без света, без воды, без транспорта, под непрерывным обстрелом, бомбежкой,
угнетаемые горем от ежедневных потерь, все испытали, все вынесли ленинградцы и выстояли. Петровой волей сотворен и силой ленинской означен, сказал о Ленинграде Николай Тихонов, один из славных героев этого города, очерками своими и стихами, подымавший дух ленинградцев и всей страны. Невский весь был прострелен. От канала Грибоедова до Мойки пострадали почти все дома. Дом Энгельгарта, где когда-то состоялось первое в мире исполнение торжественной мессы Бетховена, разрушен фугасной бомбой. Дом 68, где жил Белинский, где Ленин редактировал газету «Новая жизнь», разрушен фугасной бомбой. Еще до начала блокады Саничкова моста сняли коней Клота и закопали в саду Дворца пионеров. В сентябре и в октябре бомбы упали в гостиный двор. В январе гостиный двор загорелся. Громадные языки пламени охватили почти весь фасад. Не хватало воды, тушили снегом. Этот пожар был особо опасным. Рядом были книги публичной библиотеки. И все-таки, вновь убеждаюсь в этом, даже тогда, в грязи и в зале, Невский был самым красивым проспектом из всех проспектов на всей земле. Без стона, без крика, снося увечья, которое каждый снаряд несет, он был красив красотой человечьей, самой высокой из всех красот. Это написал солдат ленинградской обороны, поэт Александр Межеров. Весна принесла новые трудности. Надо было убрать снег и лед, очистить город во избежание инфекций. Очистили. По Невскому пустили первый трамвай. Его провожали аплодисментами. Город жил. Город работал на оборону. Невский жил высокой духовной жизнью. В здании театра драмы имени Пушкина работала оперетта. Возникла и давала спектакли в помещении театра комедии оперная труппа под руководством певца Ивана Нечаева. И бывало, чтобы попасть на спектакль, за билет отдавали хлебный паёк. До сих пор помнят люди, как выступал Шостакович, сочинявший в осажденном городе свою седьмую симфонию, и бурный Всеволод Вишневский, Александр Прокофьев, Анна Ахматова и Ольга Бергольц. Последний вечер 1941 года в темном голодном городе, накануне новых испытаний, она, благородная Ольга Бергольц, произнесла по радио вдохновенный тост, полный мужества и веры в победу. Мы в чаянии тепла и света глядим в грядущее в упор. За горе, гибель и позор врага, за жизнь, за власть советов. Прорвано кольцо блокады. Блокада кончилась. 1945. Победа. Невский встречает героев. Невский ликует. Минуты, каких не бывало в истории. Мой рассказ не история Невского, а выражение любви. Во время войны я был на Калининском фронте и каждый день думал о Ленинграде, где в блокаде оставались друзья, где оставалась мать. Она умерла в марте 42-го. Я помню Невский 45-го года. Казалось, он никогда не обретет прежнего своего вида. Но ленинградцы разложили старые чертежи, взяли мастерок в руки, и то, как его реставрировали, может составить целую главу в истории Невского.
осталась на память о 900 днях блокады надпись на стене дома 14. Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. И раны храните Аничкова. Я все говорю о тех, кто на Невском живет или работает. Но если пойдет речь о тех, кто по Невскому ходит или ходил, тут история решительно сливается с сегодняшним днем, и я представляю себе Лермонтова и Глинку, которых никогда не видал, с такой же отчетливостью, как Маяковского и Есенина, которых видел и слышал. Сколько раз помирал я со смеху от сверкающей речи Ивана Ивановича Солертинского, руководителя филармонии, исполненного таланта, ума, образованности и остроумия, когда провожал его по Невскому проспекту на Пушкинскую улицу, где он тогда жил. А возле европейской гостиницы непременно вспоминаю Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, гению которого так предан был Солертинский. Приезжая из Москвы в Ленинград после войны, в дни, когда исполнялись его сочинения, Шостакович всегда останавливался в Европейской, где в свое время жили Йоханн Штраус, Айвазовский, Луначарский, Стравинский, Мерхольд, Горький. Останавливались грузинские поэты Тициан Табидзе и Паоло Яшвили. Однажды я был у них. К ним пришел Юрий Николаевич Тынянов, и состоялось знакомство. Тынянов небольшой, складный, похожий на Пушкина, с тонким, необыкновенно умным лицом, чуть склонившись, сжав губы, любезно слушал своих собеседников, говорил с увлечением и совершенно очаровал их. Талантливейший историк и теоретик литературы, пушкинист, романист, рассказчик блистательный. Тынянов жил близ Невского за Казанским собором. Когда я был ленинградцем, я постоянно наводил для него историко-литературные справки, а у него учился исследовать поэтический текст, читать исторический документ. Впрочем, в этом я не меньше обязан моему учителю Борису Михайловичу Эхенбауму. Придешь, бывало, к Тынянову, и он прочтет то, над чем сегодня работает. Несколько страниц исследования или романа. Однажды он прочел мне повесть «Малолетные Витушишников», в которой великолепно изображен Невский проспект 40-х годов прошлого века и спародировано мышление Николая I. Император едет по Невскому. «Прошедшие два офицера женируются», читал Тынянов, становясь Николаем I, «и недовольно ловки». Фрунт. Поклоны. Вольно, вольно, господа. Ах, какая! В рюмочку. И должно быть розовая. Ого! Превосходный мороз. Мой климат хорош. Движение на Невском проспекте далеко, далеко зашло. Что, Линден в Берлине шире? Нет, не шире. Фридрих, решительный дурак. Жаль его. Поклоны. Чья лошадь? Жадемировского. Вывески стали писать слишком свободно. Что это значит? «Le dernier cri de Paris» – мод. Глупо сказать. У гостиного двора неприличное оживление и даже забываются. Опомнились, наконец. А этот так и не кланяется. Статский и мерзавец. Кто? Поклоны. Поклоны, вольно, господа. Неприлично это фырканье. Сет петард у лошади, навоз. Яков, кормить очищенным овсом, говорил тебе. Как глупы эти люди. Боже, черт знает, что такое. Нужно быть строже с этими мальчишками. Мальчишки, что такое мальчишки? Мальчишки из лавок не должны бегать, но ходить шагом. Поклоны. Фрунт. В европейской гостинице останавливался чтец
выше которого не было. Владимир Николаевич Яхонтов. Однажды я был у него, вышли вместе. И за углом на Невском проспекте у костела Святой Екатерины он начал читать «Медного всадника». А я еще стеснялся, что громко. Люблю тебя, Петра, творенье, люблю твой строгий, стройный вид, не вы, державное течение, береговой ее гранит, люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром, когда победу над врагом Россия снова торжествует, или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет, и, чуя вешние дни, ликует. Помню, я был студентом, кто-то шепнул мне: Марина Семенова. Я глянул, узнал волшебную балерину и уподобился художнику Пискареву из повести Гоголя «Невский проспект». Дыхание занялось в его груди. Все в нем обратилось в неопределенный трепет. Все чувства его горели, и все перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним. Кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы. Мост растягивался и ломался на своей арке. Дом стоял крышей вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. Какие необыкновенные строки! Невский проспект. Через Невский лежит дорога в театр Георгия Товстоногова и филармонию на концерты Мравинского. На Невском вспоминаю академика Тарли, как входил он в рукописный отдел публичной библиотеки. Иду по Невскому со старинным другом моим, выдающимся знатоком и истолкователем русской поэзии Владимиром Николаевичем Орловым, и говорю с ним о Невском. А идучи в филармонию, гляжу на памятник Пушкина и мысленно говорю спасибо его создателю Ане Кушину. В театре драмы играл гениальный Певцов, великий Черкасов, а мой любимый актер Толубеев. И уж, конечно, идя по Невскому, не минуешь театр комедии, с которым связано имя Николая Павловича Акимова, который долго и так талантливо руководил им. Но уж раз из театра выйдешь на Невский, то, верно, снова вспомнишь повесть Гоголя «Невский проспект» и, вспоминая, снова подивишься сверканию гения. Одних нет, другие здравствуют и творят, но все живы. Живы в истории культуры, в истории города, в истории Невского проспекта.